Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. Не Иосифов ли это сын? Конечно, вы скажете мне, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме. Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Ильи, и ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове, в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина.